Всем привет, дорогие друзья, с вами Дредди, добро пожаловать в игрушку No Fish. Ну что ж, давайте в нее поиграем, игрушка довольно-таки неплохая, похожая на игру Itme.io. Ссылку на игру я оставлю под видео под описанием, скачивай, играй, наслаждайся, в общем, делай рекорд, будь круче меня, и все будет круче, все у тебя будет круто. Так, ну что ж, погнали, ребятки, мы играем за Немо, вот за такую рыбку, у меня пока что две рыбки, но я со временем вам все покажу. Вот, и вы посмотрите, какое преимущество у премиумных рыбок, что, как они тащат, да. Это я вам со временем все покажу, и вы поймете, ощутите разницу. Пока что играем Немо, ребят. Немо поиграем также вот этой рыбкой. Это самая-самая первая рыбка, вот эта. Вот сейчас я носом, вот съела сейчас ее. Это самая-самая первая рыбка, но она тоже довольно-таки неплохая. Ну, Немо, мне кажется, даже получше будет. Почему-то мне... Мне поудобнее. Ну, тут кому как. Кому нравится одну рыбку играть, кому другой. Это, ребят, игра хардкорная. Если Itme.io там довольно-таки все проще, она, я не спорю, хорошая игра. Itme.io довольно-таки яркая, прикольная. Но там нет такого хардкора, как, да, как здесь есть. Здесь реально очень крутой хардкор. Это просто жесть. Тут играют настоящие игроки, я так понимаю. И... они не дадут тебе отдохнуть. Также тут есть буст, ребят, разные. Их надо изучить. Осторожно. Если ты смотришь это видео по телефону, то жми на ссылку, скачивай и играй. Ничего сложного. Воу-воу-воу-воу. Съели меня. Чтобы ожить, нам нужно посмотреть видео. Так, у нас появился еще один шанс. И мы постараемся не оплошать, нифига себе. Видите, какая здоровая, ребят. Помните, та рыбка, самая первая. Смотрите, он умудрился. Да так, нифига себе, это прям босс какой-то. Один глаз с ростом меня. Офигеть. И это все, на что ты способен? Это просто жестоко. Давайте еще раз оживем. Окей, мы ожили. И теперь поаккуратнее давайте. Так. Я понял тактику, вот. Когда я зажал и вожу, немножко неудобно. Надо выбирать центр, куда я буду плыть. Вот, допустим, вот сюда. Оп-оп-оп-оп-оп, ну-ка. Сейчас съедят меня, сейчас меня съедят, походу. Так, давайте попробуем буст использовать. А, нам не понадобился буст. Ладно, потом используем. Вау, большая-большая рыбка. Надо пока что тут потусоваться, пока тут мелочь. А, вот, все, я использую буст. Ой-ой-ой, сильно он мне не помог. Уходим. О, вверх, вверх. Фу, вправо. А, мы довольно-таки хорошо подросли. Давайте возвратимся. Так, окей, ребят, мы вернулись. Я не знаю, затащу я или нет. В принципе, я тут довольно-таки большой. Нифига себе, как много, как... Ну же, кушай. А, меня уменьшили, нифига себе, видите, как много меня стало. Сейчас меня постараются съесть. Нам надо воссоединиться. Успеть воссоединиться. Блин, ну это был такой хороший шанс был, я его упустил. Задание престижа выполнено. Отлично, нам дали звездочку. Я периодически током каким-то бью. Выше. Ну как так? Короче, давайте сбежим. Поиграем другой рыбкой. Сейчас вообще покажу, какие тут есть рыбки. А, так. Вращаю, выиграю. Ну, давайте попробуем. Хоть бы 100 выпало. Или сундук. Почти что. Какая-то водоросль. Неплохо написано. Больше пока не будем вращать. А, давайте назад вернемся. Вот мои рыбки. У меня пока что только две рыбки, ребят. Гарри и Немо. Также тут есть Дип, Вилли, Голден. Офигеть, круто. Барри, Рэй, Шарки, Спайки. Шарки. Ну, поиграем Гарри, ребят. Давайте Гарри поиграем. Помните, как в доме там был Гарри? Один очень смешной сериал. Какой сериал, боже мой. Фильм. Сериал. Ну, в смысле...
там же несколько серий было. Вот мне нравилось вот «Один дома» первая, вторая часть. Там вот бандит был Гарри. Довольно-таки смешной. Окей, давайте в бой. Let's go. Поиграем Гарри. Я готов. Готов тащить. Фуга такая здоровая, акула. Аж на акулу испугалась. Так, начинаем лутать. Ух ты, опасно, опасно. Там что-то интересное может быть попасться. Магнит попался, да? Окей, хорошо. Ну вот управление, не знаю, мне как-то не очень непривычно, неудобно, но я думаю, можно привыкнуть. Так, мне то ли меня примагничивают, то ли что, мне кажется, очень сложно управлять. А, ну мне нравится, что это хардкорно, что это нелегко, ребят. Просто тут ничего вам не дастся, топ вам не дастся, тут просто так. Так, у меня ускорение какое-то. Боже мой, как они топами становятся, я не понимаю. Смотрите, меня просто зажимают, просто зажимают. Я еле как удрал. Офигеть. Дальше я не могу, видимо, видите? Тут ограничитель стоит. Кого-то мы съели. Кстати, я способность-то не использую. А, способность деления. Блин, ну зачем я способность деления-то использовал? Я у Немо не использовал способность. Так, давай соединимся. Вот. Мне нравятся рожицы, как они корчат. Эти рыбки, да, ребят, они корчат рожицы. Это довольно-таки забавно смотрится. Вот что это такое? Такое ощущение, что меня хотели примагнитить. Вот я вверх куда-то плыву. Я же не жму вверх. Почему он вверх-то плывет? Так, что-то... Блин! То есть в вопросительном знаке могут и плохие быть бонусы. Так, валим, валим, валим отсюда. Соединились, хорошо. О, зла, 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 акула! Уходим, 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 уходим. Отлично, отлично, отлично. Вот мы. Неплохие стали, большие. Давай съешь, съешь его. Ну что ты не ешь-то? Пониже. Да ну что, давай же, ниже, ниже. Давайте магнит возьмем. Магнит, магнит, магнит. Отлично, взяли магнит. А, ну немножко такое ощущение, что притормаживает. Из-за этого, возможно. Такие лаги. Блин, меня в воронку засосало. Окей, давайте пониже пойдем. Не знаю, я съем его, нет? Как-то опасно немножко. Давайте не будем рисковать. Это вдруг он меня съест. О, нет, это медуза. Нельзя было. Нельзя было задевать за нее. Валим, 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 валим. Ниже, ниже, ниже. Съели нас. Давайте отомстим. Окей, ребят, мы вернулись, причем массу мы не потеряли. Это хорошо. Нифига себе, там здоровая какая. Вы видели внизу? Вон он. Ласты ее. Сидим. Ну-ка, давай, 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 давай. Ох ты, я разделился. По-моему, это не очень хорошо. Так, мы съели его. Отлично. Нужно воссоединиться. Ой-ой-ой, смотрите, какие глаза. Нифига себе, меня сейчас съедят. Нет, 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 нет. Не надо, не надо, не надо, прошу. Тебе никогда не победить меня, маленькая рыбка. Возможно, ты прав. Окей, у нас еще шанс. Давайте еще поиграем немножко. И потом, возможно, я вам вообще новенькие рыбки покажу, новых. Все зависит от вас, ребята. Если вы захотите, то ставьте, поддерживайте пальцем вверх. Давайте 100 пальцев наберем. Плюс 100 пальцев, это ж так легко. Так. Но мы не можем друг друга съесть. Мы примерно, у нас одинаковая масса. Вот, смотрите, почему меня постоянно пытаются меня съесть. Спасибо, меня, кстати, спасли. Тут, по-моему, много-много всяких из разных стран. Видите, тут вот я из России, кто-то... Там, с Германии, еще с какой-то страны. Сложно всех разобрать. Фига себе, большой какой. Мы свалим отсюда.
О, вот как, кем мы поживимся сегодня. Нет, 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 я ошибся. Не будем сегодня... Вот, ну-ка. У меня нитро, скорость. Скорость решает, ну же. Вау! Да ну как опять меня съели, блин. Окей, последняя попытка. И потом, возможно, Немо еще поиграем. Нет, ну почему мне так не везет? Почему меня постоянно пытаются съесть? Так, что я взял? Какой бонус? Непонятно. Ох ты, нифига себе. Давайте возьмем магнит. И все, и валим. Вот Немо, попробуем Немо съесть. Получится, нет? Нет, не получилось. 70 никого нет, туда нельзя. Да явно нельзя. Масса мне 500 примерно, вот так. Меня разделили опять. Сложно ей играть, ребят, сложно. Надо было Немо лучше брать. Украина. Вот это Германия, по-моему. Много всяких разных рыбок. Мега убийство. Офигеть. Ну, пожалуйста, 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 я хочу вас съесть. Но почему мне так не везет? Ну что это такое? Вот что это такое? Вверх, 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 плыви, вверх. Так, немножко покушали. Все равно мало массы у меня. Так, плывем выше. Как у них хорошо так получается от меня убегать? Вот я не могу от них так убегать. Уплывать. Отлично, еще одного сели. Вот это опасно, это опасно. Это у тебя от этой рыбки Немо. Отлично, кит. Сколько у меня массы? Уже 900 почти. Неужели мне 1000 массы? 1100. Я на 15 месте. Я вообще не ожидал. Здание престижа, 1000 массы. Я набрал 1000 массы. Вот теперь опасно очень. Теперь очень опасно. Надо переждать это время. Друзья, он меня съел. Он половину жизни моих забрал. Офигеть. Почему мне так не везет? Я, наверное, самый несчастливый человек. Вот, 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 вот. Вот про это я говорил. Вот так надо. Сколько массы? 2400. На шестом я месте. Сейчас мы тебя съедим. Не убежишь от меня. Все, в углу зажали. Ну, плыви. Отлично. 2700. Мы на шестом месте. И нам вообще никто не страшен. Мы сейчас можем оба вот так выпрыгнуть. Мешает мне. Нифига там появился такой здоровый. Офигеть. И походу меня сейчас сидят. Давай, удирай, удирай, удирай. Возможно, Немо сегодня не поиграем. Но в другой раз я поиграю Немо. Нет! Нет! Этого я не хотел. Этого я не хотел. Все, отлично, соединились. Игрушка, возможно, будет дорабатываться, доделываться, что-нибудь новое. Разработчики придумают, то что, я думаю, стоящая игрушка, стоит мне поиграть. Отлично, я примерно... Нет! Я хотел сказать, я примерно такого же размера, как вот эта здоровая, блин. Меня тут же разделили. Ну почему? Я же говорю, мне не везет. Всегда мне не везет. Все, сбежим. Сбежали. Неплохо так поиграли. Можно один раз крутануть. Вот я что же копил? Смотрите, 20 тысяч у меня уже накопилось. Когда я их могу вывести? И как вообще их выводить? Надо что-нибудь купить, что ли, тогда? Так, ладно. А, заберем награду. 3000 золота. Отлично. Выберем рыбку, допустим, вот Немо. Выберем. Можно прокачать перезарядку, допустим. Быстрее будет перезарядка. Радиус давайте увеличим. Прокачаем уже на максимум рыбку. Довольно-таки неплохая. Ну что ж, последний шанс.
если не пойдет, если не зайдет, так не зайдет, то уже в другой серии. И, возможно, в другой серии я вам другие рыбки покажу. Ну, не подписан, если подпишись, можешь другу рассказать о канале. Если хочешь. Если не хочешь, не говори. Наверное, сейчас думаете, да мы и сами без тебя знаем. Так, ладно. В общем, я буду всем рад. Всех рад видеть. Немо тоже какую-то воронку создает. Изначально очень сложно выживать, когда ты маленький-маленький. Тебя готовы все съесть. Выше, 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 выше. Отлично. Ух ты, нифига себе, меня засосало. Нам надо соединиться, соединиться. Меня кормят, что ли? Нифига себе. И сколько у меня массы? Тысяч... Офигеть. Кто так меня подкормил? Сюда, 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 сюда. Как я... Как использовать бонус? Вот я жму же. Почему он не делается? Так, ниже, ниже, ниже. Бойся брать этот вопросик, он может и плохой бонус ждать. Нифига себе, вау. Вот бы съесть их, вот бы их съесть. Ну куда ты... Вот почему он назад поплыл? Какого черта? Нифига себе. Ну ты маленький. Тут опасно. Спускайся. Не знаю, как использовать способность. Вот я жму, жму, жму воронку, и нифига не получается. А, вот, вот. Получилось почему-то. Понятно как просто. А, мне сейчас поедят. Отлично. Так, 1300. Вот, немножко научились уже играть. Начинаем тащить. Да кто вот это делает? Вот, почему меня разделяют? Кто шалит? Кто безобразничает? А, ладно, давайте сбежим. Постараюсь сейчас поиграть лучше. Вот, в общем, ссылка на эту игру будет под видео под описанием. Обязательно поиграй. Это стоящая игра. И ты поймешь, какая это жесть. Как же сложно здесь. Окей. Ну что ж, а я с вами попрощаюсь, ребят, с вами был Дариди, всем до скорого, пока-пока, хорошего настроения и удачи.